Всем привет, зрители моего канала. Сегодня я вам покажу, как собрать невероятно простой усилитель звука всего на одном транзисторе. Всего деталей 4, считая динамика. Если динамики не считать, то всего 3 детали получится. Транзистор всего один. Это, можно сказать, супер простая схема. Динамик нам понадобится. Я вот нашел такой старенький, но еще рабочий. Провод для того, чтобы подключиться к телефону или к плееру, без разницы к чему, к любому источнику звука. Транзистор КТ-802, можно взять 817, 805, 819, 808, 903, какие вам понравятся. NPN. Конденсатор я взял на 1 микрофарад. И резистор. По схеме рекомендуется 3,6 кОм, я взял 2,2. Начинаем собирать. Прежде всего, к эмиттеру мы подключаем общий провод, точнее общую жилу провода, по которому будет подаваться сигнал, и туда же подключим провод минус питания. Цоколевку я вам нарисую. Ну, сейчас вам просто покажу. Корпус коллектор, серединка база, а вот это эмиттер. Вот на эмиттер мы и припаиваемся. Транзистор обязательно перед установкой проверить надо. И поехали. Итак, ребят, смотрите, что у нас получилось. Секундочку, я сейчас сразу возьму, чем писать. Клевку нарисую, эмиттер, коллектор, база. Рисую цоколевку транзистора. Вот это вот у нас коллектор, потом вот так вот, и вот так вот изолированные ножки. База, коллектор, эмиттер. Используем КТ-802, 808. 805 в металлическом корпусе, 903 тоже пойдет, и так далее по памяти, я уже не помню. Как мы подключились? На базу по схеме, смотрите, у нас приходит один провод от динамика, контакт, через резистор. То есть вот питание сюда, и сюда же провод динамик, через резистор на базу. Сюда же на базу подается у нас сигнал. Источник звука любой может быть, хоть плеер, хоть телефон, что угодно. На коллектор у нас напрямую идет второй провод от динамика. Минус у нас на эмиттер идет. И сюда же на эмиттер подключается общий провод сигнального кабеля, так скажем. Сразу говорю, качество звука не стоит ждать хорошего, потому что это самый примитивный усилитель, но как эксперимент для начинающего очень даже хорошо пойдет. Скачал я специально композицию, чтобы без авторских прав. Хрень, конечно, полная, но, увы, ничего посерьезнее не могу включить, иначе бы там или Мерлин Мэнсона завели, или что-нибудь из нашего. Ну так, довольно много высоких частот. Количество высоких частот можно регулировать, добавляя или уменьшая емкость конденсатора. Вот видите, я емкость добавил, уже больше средних стало. Так совсем много высоких. А так добавляешь, более-менее сносно. . 12 вольт подал. Имейте в виду, что транзистор нагревается. Вот его можно руками держать, но он горячий. Желательно на теплоотвод ставить. Это простейшая схема. Дальше уже будет на двух транзисторах, на трех транзисторах. Сложнее и сложнее будем собирать. Обязательно будем собирать. Поэтому, кому интересно, подписывайтесь на канал. Ставьте лайк,
пишите комментарии, что вы по этому поводу думаете. Чтобы не пропустить свежие ролики, не забудьте нажать кнопку колокольчик, это рядом с кнопкой подписаться. Я в свою очередь желаю вам успехов, спасибо вам за внимание. Конечно же, скоро увидимся.